Победа очень непростая, потому что как бы мы серьезно готовились к команде «Динамо Курск», и где-то, чтобы смена таких часовых поясов не было, перенесли игру в Омске на 21 ноября и имели достаточно времени подготовиться. И, конечно же, за счет того, что агрессивной защиты и где-то применяли чаще всего размен, плюс тройной размен, и где-то в ротации немножко все это, не то что немножко, а в большинстве случаев получалось. Вот. Но и хочется, конечно же, отметить то, что Вика Завьялова как разыгрывающая сегодня очень хорошо себя проявила. И мы рады, что Маша практически возвращает свою спортивную форму, о чем говорят ее и 26 очков, и 17 подборов. И мы находимся еще сейчас в стадии становления, так как у нас добавилась Тина Краичник. Где-то надо будет ее в командную химию вписать. И, к сожалению, Алекс Бентли могла бы получше сыграть, но сами знаете, что матч на матч не приходится. Самое главное то, что мы выиграли в борьбе. Игра, я думаю, должна была понравиться зрителям. И все было. И ошибки, и овертайм, и трехочковые, и яркая игра наших игроков, и лидеров Курска. Ну, хорошая игра. У нас с победой. Курск ждем 30 ноября.